1 ноября ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимулин посетили Московский педагогический государственный университет. ВУЗ отмечает свое 145-летие. Ильшат Гафуров встретился с главой Московского университета Алексеем Лубковым для обсуждения путей развития двух университетов. Итогом этой беседы стало заключение соглашения о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие в области организации совместных проектов и исследований, проведения конференций и форумов, а также взаимопомощь в реализации стратегии развития обоих вузов. Казанский университет готов предоставить для этих целей современные лаборатории научно-образовательных центров САЕ «Учитель 21 века», моделирующие современные школьные кабинеты физики и химии, и другие средства для обучения. Делегация МПБГУ во главе с ректором уже посетила все эти объекты 5 сентября в рамках ознакомительного визита в КФУ. Тогда же были достигнуты договоренности о всестороннем взаимодействии. Я надеюсь, что вот, с помощью Казанского федерального университета, вашего института, мы сможем реализовать и совместные проекты. Это будет во благо российскому образованию, во благо нашего молодого поколения, будущего нашей страны. Реализация соглашения начнется в самое ближайшее время. Артем Тупичкин, Универньюз.